лучших педагогов и воспитателей выбрали в Орловской области. Итоги муниципального этапа конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце даю детям» озвучили на торжественной церемонии. Я вспоминаю всегда хорошие слова наших ветеранов, которые всегда говорили, что мы преклоняем одно колено перед учителем, второе перед врачом. Это действительно люди великие, которые нас поставили крепко-крепко на ноги, обучили. Победители муниципального этапа чествовали не только словами благодарности, но и почетными грамотами. Те из них, кто пройдет региональный отбор, отправятся на всероссийский этап конкурса.